Привет, ютубчик, привет, гости, подписчики канала. Вот сейчас поделюсь с вами маленьким видео, как я снимаю вентиля на газовых баллонах. Вот, делая это с помощью удавочки. Люди там приваривают их, зажимают в тиски, еще куда-нибудь. Вот из такого вот канатика делаю удавочку, наматываю на баллон, закрепляю там к чему-то, в данном случае вообще к петле примотал. Подкладываем под удавочку кусочек уголка и вот таким ключиком газовым можно надеть трубу для усиления. И в принципе все отлично снимается. Поэтому там советчики, которые говорят, там приварите баллон, но я не знаю, как приваривать баллон, пока вы не залили в него воду, я бы не стал. Вот, в принципе, метод действенный, делайте, все получается, у меня получается и у вас получится. Все, спасибо, не забываем поставить палец, остаемся на канале.